Таким был краткий экскурс в жизнь Кирова прошлых лет. Мы продолжим знакомить зрителей с историей города через материалы наших коллег. В Турцию до лета улететь точно не получится, а возможно и дольше. Однако запасных вариантов все еще много и есть время решить. Наш корреспондент Антон Данченко узнал у кировчан, какие планы у них на летний отпуск. Наступает лето, скоро период отпусков. Свои отпуска как планируете проводить? В Кирове. Да. Патриот. Да. А где в Кирове? В Слободском, на даче. Наверное, здесь очень сложно планировать. Вот еще ты вчера думал, полечу в Турцию, а сегодня Россия сказала нет. И ты не летишь в Турцию. Поэтому будем импровизировать. Ну, один вариант я уже могу подсказать. На дачу в Слободской. Да. Тебе да. Помощь там, я думаю, пригодится. Да. На море. Хочу. О, а на какое? Не знаю, еще пока не думала. Да я бы рада, но у меня мама старая, приходится с ее огородом помогать. А так бы я с удовольствием умотала куда-нибудь. Умотала бы? Ну, я жила на Чукотке, вот у меня муж собирается летом лететь, а я остаюсь. Ну, скорее всего, на нашем юге. Конкретное место какое-то или просто Сочи, вот... Сочи, скорее всего. Где? В Сочи. Там лучше всего? Ну, как вариант. Дома. Работать буду. Ты вот дома будешь его ждать? Да. Это не грустно? Да нет. Это его выбор, он тоже может быть дома. Любишь работу? Нет. На работе, в саду? Это разве отпуск? Да, как еще-то? Я не знаю, как-то лежа где-нибудь. Некогда лежать. Надо работать, да? А вы? На работе, с ребенком дома. А что так бодро вы об этом говорите такие? На работе, отпуск, на работе. Спасибо, работа. Понял. Пойду поплачу. Спасибо.